Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, упрощающий порядок обжалования штрафов ГИБДД. Однако, как именно он его упростит, не уточняет сам парламентарий, упоминают о процедурах, далеких от конкретного автомобилиста, введении единых требований к камерам фиксации нарушений, уточнении порядка обработки и хранения данных и так далее. Напомню, что в сентябре этого года нам пообещали запустить систему, которая позволит оспаривать письма счастья через сайт Госуслуг. Трасса 101. Еще в одном законопроекте, подготовленном депутатами Нижней палаты парламента, говорится о необходимости поднять ценовую планку, при достижении которой автомобиль считается роскошным, и поэтому надо платить увеличенный транспортный налог. Речь идет о 4 миллионах рублей вместо действующих 3. Объясняют это народные избранники просто. За последнее время машины существенно подорожали. Стоимость многих нелюксовых авто перешагнула действующий лимит. Трасса 101. ГИБДД против возвращения знака «шипы» на автомобиле. Так ведомство отреагировало на предложение объединения дорожников и производителей асфальта, направленных на более бережное обращение с асфальтобетонным покрытием. Среди них была инициатива снова обязать автовладельцев использовать наклейку с буквой «Ш». Напомню, что такая обязанность вводилась весной 2017 года, а в конце 2018 она была отменена. Госавтоинспекция сочла данную меру неэффективной. Актуальной. Трасса 101. Новые автомобили, несмотря на рост их стоимости, хорошо покупают. По официальным данным, спрос на них в России в первой половине этого года вырос почти на 40%. Наиболее популярной новой легковушкой осталась «Лада Гранта», на второй строчке «Веста», на третьей «Киа Рио». Также в первой пятерке «Хёнде Крета» и «Хёнде Солярис». Меньше всего из топ-25 наши соотечественники жалуют «Киа Селтос», «Мазда CX-5» и «Рено Аркана». Трасса 101. Около 40% российских автомобилистов стали реже садиться за руль, чтобы сэкономить на бензине. 22% нашли заправки с более низкими ценами. Каждый десятый ради уменьшения расхода топлива перешел на плавный стиль вождения. Это данные опроса, проведенного порталом Авто.ру. Наконец, каждый четвертый респондент заявил, что ничего в его автомобильной жизни не изменилось. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.